1 мая 2019 год, Харьков. На май не похоже совсем, плюс 5, но цветы уже все украсили. Инсталляции какие-то поставили. Там диванчик. А с этой стороны мужчина, целующий женщину. Леонид Быков. Ну и тут красота. Фонтаны. Оперные. В саду Шевченко сейчас просто красотень. Ну он уже на этот диванчик и садится. Господи, на него садиться можно. Какой кошмар. Сколько же он так простоит, если на него. Вот бы не подумал, что это конструкция сколь-нибудь жестко зафиксирована. Держится. О, еще одна зафиксированная конструкция. Что это такое? Привязали елку, чтобы на Новый год не сбежал раньше времени. Там конюшка. А здесь мусоровозы. Зато там. Ага, с елкой я не угадал. Что же это такое? Ну ты посмотри, какая красота. Сейчас пойдем туда. О, дубище. 1775. Вряд ли от такого создания решетки. Мама родная, 1775. Ой, вообще ничего не бояться. Вот это да! Ой, ну на что я, человек равнодушный к флоре, да и к фауне. И то глаз радуется от такого буйства. Мама родная. О! Наша 50-я параллель. Вот таким макаром, практически перпендикулярно Сумской, идет 50-я параллель северной широты через город Харьков, где-то понад Архангелом. Ой,
два желтеньких затесались. Ты посмотри, и сразу обращают на себя внимание. И ну ты посмотри, какая красава. Не помёрзнут они в плюс 5 градусов. Тысяча 775. Это что ж такое? Какой-то сумасшедший лесник высадил все деревья одночасно, одномоментно. Или просто лень было решетки разного формата делать. Наверное, основание сада. О, отсюда тоже красиво. Желто-красное не менее красиво, чем красно-желтое.